О, наконец-то я переехал, скоро Новый год, Новый год, Новый год, как я рад, так, может я с соседом познакомлюсь. Хоу-хоу-хоу. Поперхнулся. Нет, нет, я не хочу я с ним знакомиться, какой-то больной там, непонятно, оделся Дедом Морозом, наверное, какие-то праздники дома у себя устраивает, да, Дед Мороз, типа, подрабатывает, ну ладно, нужно к нему будет зайти, проведать и посмотреть, что это за чувак, может, подружусь, может, с ним Новый год встречу, а может и нет, может, опять манечина какой-то, ой, сейчас разберусь. Store of Games — проверенный магазин без какого-либо обмана, рабочие игры и также аккаунты, все очень дешево и надежно, ссылочка в описании. Сосед, открывай. Какое хо-хо-хо-хо-хо, давай открывай. Какие дни у тебя? Привет, мальчик, привет, я тут, короче, живу в этом домике, да, здравствуй. А чё ты так вырядился, сосед, а? Я вырядился хоу-хоу-хоу, потому что я Дед Мороз. Я и Дед Мороза не существует, что ты меня тут разводишь. Мне уже не 5 годиков, чтобы верить Деда Мороза. Нету Деда Мороза. Ой, тебя никто не заставляет верить. Ты же, наверное, не хочешь подарки на Новый год. Ну, смотри, я хоть не верю Деду Морозу, но подарки все хотят, поэтому да, можно мне подарочек, а? Ну, хоу-хоу, а ты был хорошим мальчиком в этом году? Ну, смотря что ты подразумеваешь под хорошим. Ну, вот, допустим, лайки я ставил очень много. Вот на все видосы, которые я смотрел, вот на все видосы лайки ставил. Это этого достаточно, чтобы быть хорошим, а? Хоу-хоу, а на это видео тоже поставил, да? Это расплюнуть, прям, сейчас. Вот поставил прямо сейчас, вот все готово. Я хороший? Хоу-хоу. Ну, знаешь... Это мне как-то вообще не влияет. Поэтому иди к тебе домой, я буду заниматься своими делами. Все, пока. Хоу-хоу. Ты говоришь Дед Мороз, но какой-то злой ты. Не пускаешь даже домой к себе. Да, я добрый, хоу-хоу-хоу. Люблю всех детишек, дай я тебя полапаю. Ты мой хороший. Да отстань от меня! Все, проваливай, не мешай мне заниматься своими делами. Хоу-хоу-хоу. Дед Мороз, а, конечно. Ой, переехал в новый дом, а туалет не установил. Я забыл, где посадили. Вот тут. Кому я на лицо наса... Так, Дед Мороз, добрый наш Дед Мороз. А ну давай, открывай. Хоу-хоу-хоу-хоу. Кто там опять? Давай сюда быстро. Дед Мороз, а ну подойди сюда, подойди. Вот ты говоришь, что добрый, да? Подойди сюда, Дед Мороз. Да, я добрый Дед Мороз, да. А вот это что такое? Мертвый олень у тебя на дворе. Хоу-хоу, да ты не видишь, он спит просто, устал. Я сказал ему поспать под елкой, чтобы он насладился новогодним настроением и смог разводить подарочки. Хоу-хоу. Ага, да, спать. А чё он не дышит, не шевелится уже полдня? Я ему даже... А он дышит, да, он просто... Это новый вид оленей, он просто отдыхает. Я ему даже вот написал сейчас на голову, он ничего не почувствовал. Ну это, понимаешь, я же тебе говорю, новый вид оленей. Они ничего не чувствуют, им не страшна любая погода. Видишь, он на снегу спит, ему нравится. Ай, ну что-то мне это не нравится. А ну пошли к тебе домой. Пойдем, уже ко мне домой. Пойдем уже ко мне домой, не смотри. Пошли. Так, нихрена себе. Это весь твой дом? Офигеть. Да, это мой дом. Ты что, Дед Мороз миллиардер какой-то, олигарх? Офигеть! Да, мне просто государство спонсирует за то, что я всем подарочки там раздаю. Да, государство, ты еще скажи, наколдовал себе вот этот дом. Офигеть! Да, я наколдовал себе вообще. Так, ладно. А ты лучше вот садись, отведай новогодней пищи всякой вот у меня. О, не, нифига себе, нифига. О, так, это что? Я правда не знаю даже, что это, но ты можешь есть, да. Как-то выглядит как-то неприятно. Вот лучше вот это, курочку, можно? Да, ты лучше вот съешь вот это. Вот у меня тут какие-то брокколи. Коли сыр плавает в водичке, какая-то звезда там. Змея какая-то или что? Да, да, вот. Это новогодняя пища. Я просто китаец, с китайский Новый год, понимаешь? Ну ладно. Ну что-то я не хочу, честно. Вот попить, может бы попить что-то, вот попил бы, честно. Ну, можешь выпить вот это вот, вот этот вот напиточек. А, да, я могу сам найти счет выпить. Ну, да не, вот смотри, вот напиточек, я правда не знаю, что это. Где? Вот, пей. А вот это? Да. На этикетке написано вино. Да не, это не вино, это детское шампанское.
А, ну я с собой заберу, хорошо, я дома там бухну немного. Ну ладно, буду там забирать. Так, ладно, ладно, пока что все. Вот смотри, тут елочка всякая тут ёлочка. Есть, вот тут можешь каминчик погреться, на пианино поиграть, правда, стул сломался. Елочка большая, согласен, елочка большая. Да, да, елочка большая, вот, да. А у меня тоже дома елочка есть, да. Мне кажется, у всех дома елочка есть. Вот прямо сейчас елочка у всех стоит, да? Сегодня. Новый год же сегодня, да? Ну да, 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 да. Крутой, крутой у тебя дом, да, вот мне понравился. Я, может, сюда еще раз приду, хорошо, тебе в гости. Да, конечно, прикольно, заходи, прикольно. Не переживай, заходи. А вот это что такое? Это, да, там... Там еще одна елочка. Можно посмотреть на еще одну. Да не, сейчас туда нельзя смотреть. Я там еще не подготовился, там у меня пикники устраиваю всякие в подвале. Вот люблю я пикники. А может там еще один вот такой олень новый, мертвый лежит, а? А ну открывай. Да, там это он не мертвый, он спит же, говорю тебе. Да ты не смотри туда. Там это, там, понимаешь, это я не подготовился. Эй, ну ладно, ладно, ладно. Не, ладно. Хоу-хоу-хоу. Пока. Да пока уже. Дед Мороз, значит, да? Что-то мне не верится, что он Дед Мороз настоящий. Вот, олень до сих пор тут мертвый лежит. Ага, говорит, что он не мертвый, отдыхает. Конечно, отдыхает. Странно, какой-то Дед Мороз. Что самое главное, какой-то очень-очень... О, подошел к оленю, да-да. Говорит, не мертвый, ага, не мертвый. Подошел к нему, ага. Вот странно, нужно будет разобраться. Мне 100% какой-то бандюган просто переоделся в Деда Мороза и что-то сейчас планирует в Новый год. Вот всего 100% сегодня что-то сделает. Подорвет тут половину села. Нужно выяснить. Ладно, еще к нему раз пойду и постараюсь узнать, кто он такой. Так, еще сейчас выясню, что это такое. Дед Мороз, открывай давай. Дед Мороз. Хо-хо-хо-хо, подожди, 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 дружок, подожди, я тут так... Привет, хоу-хоу-хоу, мальчик, заходи, заходи, я как раз тебя ждал, да. Привет, привет. Я обещал, я вернулся, я хочу посмотреть твой дом еще раз. Можешь найду. Ну вот, можешь опять посмотреть на мой. Хочешь на второй этаж можем подняться? А тут тот может что-то спрятать. Ладно, давай на второй этаж пойдем. А что у тебя на втором этаже, а? Ой, да у меня на втором этаже, вот у меня тут есть туалет и. А вот тут. А там комната. А в комнатку можно? Ой, да нет, слушай, там это не для маленьких зрелищ нельзя. Ну ладно, ладно. Ну, пописать хотя бы, можно пойти? Да, писай, конечно, господи, что, писай. А оленей мертвых там нету? Нету? Ой, да ты надоел, я сказал, говорю, уже спит он. Ладно, ладно. Что, мы тут устраиваемся, мы тут туалет. Я понимаю, да, спасибо, Дед Мороз, вы очень, или кто ты там, хороший, дайте мне посидеть, пожалуйста, одному. Ну хорошо, а, там вроде бы, кстати, туалетная бумага закончилась, ты рукой вытерешься, да, там? Да. В смысле рукой? Нет, не-не, может вы за туалетной бумагой сбегаете, Дед Морозик, а? Пожалуйста. Ну, хорошо, ладно, мальчик, сиди, главное здесь, я сейчас быстренько приду. Да. Где же вся моя туалетная бумага-то? Туалетная бумага, может на мусорке? Нет, на мусорке. Швабра, о, швабра, например, да. Так. Хо-хо-хо, мальчик, несу. Дед, да, хо-хо-хо, вот я тебя и спалил, Дед Мороз. Говоришь, Дед Мороз добрый, а вот это что такое? Ой, да это, знаешь, это Петя. Это Петя. Да, я да мне пофиг, хоть Вася. Что говоришь добрый? А что ты эльфа угрохал-то, а? Убил! Да, я не грохал его, никто его не грохал. Да, еще скажи, он тоже отдыхает, да, вот в кетчупе. Измазался и отдыхает, да? Ну что ты сейчас? Он просто понимает, что он больной маленько, он сознание постоянно теряет и... Вот, я его, видишь, краской хотел покрасить его, вот, рубашечку, а он от краски вырубился. В смысле краской? Ты что, Дед Мороз, ты дурак? Краской рубашку красить? Просто понимаешь, он был весь такой зеленый, неконтрастный, понимаешь, я хотел красненькую рубашку. Да почему красить? Купил бы себе другую, там, купил бы другую краску. Да, он сказал нормально, и вот рубашку. Я решил его покрасить, а он понюхал эту краску и вырубился, понимаешь? Вы насмерть вырубился, да? Я вот правильно понял? Насмерть, да? Да нет, нет, он просто говорил, он это в обморок падает постоянно, он просто понюхал краску и отрубился. Он точно живой, вот не врешь мне. Я вот ты лучше смотри, я у тебя вместо туалетной бумаги тебе швабру принес, можешь тебе попу вытереть, вот. Может мне тут вот эту кровушку повытирать, да? А вот кровь вот эту какую, вот сюда. Вот, какую вот, кровь? Вот. Я тебе говорю, краска, красная, вот. Красная краска, конечно, конечно. Вот, а когда он проснется, да. Мне просто очень интересно, а? Ну, я надеюсь, что проснется. Ну, если не проснется, то у меня есть волшебное средство, чтобы его разбудить. Но я пока тратить на него не хочу, поэтому подождем. Ой, Дед Мороз, что-то ты тут...
тайни, вот тайны у тебя вот всякие тут, что-то секреты вот какие-то скрываешь, да? Ну никакие секреты, никакие секреты, только сюрпризы, понимаешь? Это только сюрпризы. Ну, ну просто, ну вот какой дебил краской будет рубашку красить? Ну Дед Мороз, ты наколдовал хотя бы. Ну, понимаешь, просто магия не всегда помогает. Тем более этот Петя вообще сумасшедший, сам попросил мне этой краской намазать. Ой, ладно, разбирайтесь тут. О, ладно, ладно. Ну ты, сейчас, блин, ты можешь... Что, что? Мне просто интересно. А я такой, может он уже типа проснулся, да? Ладно, не проснулся. Ой, да ладно тебе, мы уже, что ты переживаешь? Ну все, пойдем, пойдем. Ну ладно, пойдем, так пойдем, а тут, тут, о, ладно. Давай, давай, да, я иду, да. Все, я пошел, Дед Мороз, я побежал, да? Ты заходи, заходи. Да, конечно, конечно, зайду. Ну все, пока, Дед Мороз, пока. Давай, давай. Давай. Пока. С наступающим тебя, с наступающим, хоу-хоу. Да, да, пока, пока, Дед Мороз. Ну что, сейчас выясню, кто вот это Дед Мороз, а? Маньяк какой-то 100%. Так, Дед Мороз, Дед Мороз! Вот я тебя спалил, да? Ну и что там такое? Трупаки, уверен, трупаки всякие там, да? Вот в подвале. Да, никаких там трупаков. Ну, вот знаешь, малыш, вот не веришь мне, пойдем вместе со мной, пойдем. Угу. Там твой главный секрет, что пойдем, ты меня там закукошишь, я тоже трупаком стану, конечно. Ой, вот не хочешь, да, мне идти, ну, давай я пойдем. Я уже в ментурку набираю, 100%. Так. Это сейчас возьми. Ой, Дед не Мороз верит, какой-то. Не верит. Маньячина, так, сейчас. Да подождите со своей ментовкой, да все, пойдем. Какая ментовка? Так что там 100% трупаков будет, дофигища, ладно, давай, открывай. Ага, вот так, вот так и. Так и знал. С Новым годом тебя, малыш! Я просто к тебе решил сюрприз приготовить на Новый год, поэтому не хотел тебе рассказывать. Вот мы тут все с ребятами собрались и решили тебя поздравить с Новым годом. Это все для меня? Вот этот весь сюрприз? Да, да, можешь со всеми поздороваться. Есть такие ютуберы разные сидят, тут ты можешь не подойти и поздороваться, там автограф взять. Вот. А еще мы, конечно, приготовили себе вместе для тебя подарок. Так, чуть-чуть, подожди. Так это все правда было? Ты реально Дед Мороз, реально добрый? Так вот, да, ты не веришь мне. Я же тебе говорил. Я тебе не верил. А я что за подарок? Ну, а ты как думаешь? Не знаю, давай, я хочу посмотреть. Ну давай, вот ты загадаешь желание, оно сразу у тебя сбудется. Что ты хочешь? Ой, ну не знаю, может машину или компьютер, телефон какой-то, не знаю. Ну, вот, в общем, держи. А я могу сейчас открыть, да? Да, конечно, Новый год же уже сегодня, давай, открывай. Компуктер! Да, да. Афиги, вот ты прям супер. Откуда ты знал, что я компуктер новый хочу? Ну я же Дед Мороз, я исполняю все желания. В общем, садись на этот зелёненький стульчик и давай праздновать Новый год. Офигеть, вот это реальный подарок, да. Ой, ну что, ребята, вот первый раз с Жекой мы решили закончить серию на такой хорошей нотке. Мы не будем никого убивать, сосед не будет убивать соседа. Мы решили выйти с роллплея только из-за того, что сегодня у нас 31 декабря, сегодня у нас Новый год, а вечером будет, поэтому мы дружно с Жекой хотим вас поздравить с этим офигенным праздником. Хо-хо-хо, ребята, с Новым годом, с новым счастьем! И да, действительно, ребята, мы очень многого достигли за этот Новый год. Спасибо вам большое, что вы ставили весь этот год нам лайки, комментировали видео, подписывались на наши каналы. Мы очень этому рады и говорим вам большое-большое спасибо. Да, ребята, и также будем очень сильно рады, если вы нас не оставите в следующем году. Мы будем рады, если вы будете приходить на наши каналы каждый день, ставить лайки и никогда не отписываться. Мы с Жекой очень на это надеемся и желаем вам Нового года, ведь сегодня, еще раз повторюсь, 31 декабря. Отметьте как следует, мы отметим с вами Новый год тоже своей компанией, поэтому, ребята, реально, с праздником вас. Да, с Новым годом, друзья! Спасибо вам еще раз за просмотр этого видео и удачи в следующем году! Удачи, ребят, и пока! Покедова!